привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, снова я в магазине Раф, город Омск. И у нас хорошее настроение, потому что мы идем в Омск в ресторан. Конечно, поднимать себе настроение после рабочего дня. Так, девочки, визитку. Все ссылочки, все будет закреплено под видео. И рабочий номер телефона, WhatsApp. И, конечно же, у нас сегодня распродажа. Все, которые ждут. Правильно? Да. Девочки, мы сделаем сейчас распродажу размера, которые по одному размеру у нас поставили. Джинсы, брюки, костюмы, футболки. То, что по одному, по два размера, распродажа, цены смешные. Пойдемте посмотрим. Пойдем. Типа, а на тебе с распродажи или нет? Они, да, костюмы это папарацци, девочки. Они были очень дорогие. Сейчас они остались последние. Размер 50-52. Если он хочет тоже себя ставить, но у меня есть уже их много, поэтому я продам вам, девчонки. Костюм классный. Он был 11 тысяч, девочки, кто приобрел, знает. Сейчас их костюм стоит 6500. Пойдемте еще там много красивых костюмов, которые с папарацци и Леонардо. Вот костюмы классные. Вот эти девочки, вот это костюм, помните, да? Цены будут 10500, сейчас он стоит, девчонки, 7000. Такой шикарный костюм, черно-белый, очень красивый костюм. Но они были дорогие, это все... Посмотрите, ткань какой велюра, королевский велюр, это тоненький. Смотрите, девочки, классный костюмчик. Он был 11000, девочки, сейчас 6500. Костюмы шикарные, они единых размеров. Размер до 50-52 идут. Все расцветки тоже один последний осталось. Цена 6500, девчонки. Костюм вот этот. Очень красивый, очень хороший. Королевский велюр. Все скуплено стразов на этот костюмчик. Также стоит этот костюм. Стоило у нас 11 тысяч. Сейчас 6500, девчонки. Ну, это у нас много. Здесь в комплекте идет боди. Вверх. Тройка. Да, тройка. А, четверка, еще да, сумочка. Четверка, да, сумочка. Ну, это костюм шикарный. Четыре вещи здесь. Сумочка вот она у нас в комплекте идет. Такой костюм у нас стоит, девочки, 7500. Четыре вещи. Папарацци. Вот еще костюмчик у нас. Папарацци велюр. Какой размер? Да, не будет. Они идут 46-48 до 50 размера подходит. Ну, вот это на 52 дадут, девочки, папарацци. И цена его? Вот это 6500, девочки, стоит. Угу. Такой костюм, помните, да, у нас тоже были. Один остался последний зеленый. Цена 4500, девочки. Пишем на WhatsApp, девчонки вам замерят. Рабочий, да, телефон у нас, мы все вначале показывали. Наши филипленовские костюмы, он последнего размера, девочки. Такой костюмчик 5500 сейчас стоит. Отправку делать в любой город. Смотрите, тройка костюм новый, последний даже коллекции. Осталось пару размеров, девочки. XS это 42 размер. И еще у нас M-ка 44 размер. Цена такого костюма была 9500, девочки, сейчас 7000. Три вещи здесь. Футболка, толстовочка и с брючки. Такой костюм у нас стоит 4500, девочки. Этот костюм у нас стоит 5500. Тут по одному размеру уточняйте. Этот костюм 4500, девочки. Ну, также у нас там есть джинсы. Вот последний костюм тоже по скидке. Здесь брючки, кофта 3 четверть рука и ветровка легкий за Нарди. Он стоил у нас, смотрите, 10500, девочки, 3 вещи 7500. Ну, ветровка чего только стоит, смотрите. Размер этот 46 размер, девочки. 44-46. Один последний размер осталось. Также у нас есть, девочки, ценники джинсы. Смотрите, какие классные джинсы. Все эти джинсы стоят по 2000. Минус 50%. Этого года рафовские джинсы стоили 4500. Сейчас 2000, девочки. Размеры по одному, по два размера, девочки. S-ки, M-ки, L-ки. Уточняйте наличие, какие модели есть. 2000, любой моделька вот здесь джинсы. Вытаскивай, вытаскивай. Да. Угу. Ага. Какие классные. Так, вот, это смотрите. Это вот прям маленький размер, девочки, на подростка можно даже взять.
Здесь размер S, это 42-й русский размер. Талия здесь зауженная, да, видите, высокая посадка. А сделано бананчиками, не сделано очень красиво. Вот так же можно и без страз. Бананами. S размер 26-й. Маленький размер, 2000, любой 26-й. В этом году Т-прем широкий, трубами. 26-27 размеры, по 2000, девчонки. Маленький размер. Сейчас до больших тоже зайдем, покажу вам большой размер. Вот этот, другой цвет. Светлее, 2000 эти джинсы все стоят. Заужено, классические джинсы. Темные, средней толщины, 2000. Прямой, на высокий рост. Размер 30 на русские 46-48, девочки. 2000. Рост поставки здесь. Если кому интересно, звоните, да, на WhatsApp, звоните, пишите. Смотрите. Задавайте классные вопросы. 2000. Темный цвет. Один последний размер осталось, девочки. Урода уже все знают. Сейчас будут звонить, узнавать. Размер 29, это 48-й размер, девочки, 2000. Также вот, пожалуйста, раковские джинсы. XF 48-50, 2000. Вы не завидите, как сделано красиво. Все. 48-50, 2000, девочки, джинсы. Тоже раковские. Такая осталось, же модель? Да, осталось, значит, 50 и 44 М-ка. XL и М-ка. Два размера последние. Вот эти. Размер. 26 размер. Это 42 размер. 2000 джинсы Мумы. Хорошая фирма. Качественные. Раповские джинсы со стразами. По 2000 размере последние. Звоните, узнавайте. Вот, пожалуйста. Привет, день. Классика. Джинсы светлые, с хорошей средней посадкой. Размер, скажу вам. 30 размер, 48 размер джинсов. Прямой, чуть-чуть лишнего, хорошего качества. 2000. Вот, пожалуйста. Эльта, 2046 размер. Ну, теперь показываю большие размеры. 52. Лиза, 2000. Был 5500. 2050-52 размер, девочки. Не знаю, что у нас многие смотрят 50-52 размеры. Очень хорошо. 2000, пожалуйста. 50 размер. Луиза джинсы. 44 маркировка. Плюс 6. 50. Раповский. 30 размер, 48-50, 2000 джинсы. Сейчас все знают, хорошие турецкие джинсы, они очень дорогие. Такой джинс на манжете. На манжете, да, здесь резинка. У кого там покажу, вот, классно, хорошо подтягивает. На манжете стильные джинсы 52 размера, 52, даже может 54. Видите, какие они классные, 2000 девочки. Также есть они в черные, колени разрезы 50 размера, да, 50. Вот большие размеры покажу, потому что больших размеров больше спрашивает. 52-й, 54-й размер джинсы, хороший транспорт. 2000, 34-й размер джинсы, девочки. Вот 36-й размер джинсов. 2000. Это 54 размера, девочки, показывают. 54 размера. Вот смотрите на болтах. 36 размер джинсов. Можно подворот внизу сделать хороший. Капроновые джинсы. Ну и теперь я буду показывать по 1500, Тамара, джинсов. 1500, да. Мои любимые маскины. Классические, без подтерки, без варки, однотонные. 1500. Светлые, рваные. А размер, девочки, 42-44, это 27 размер джинсов, то есть маленький размер, 1500. Пожалуйста, 1500. Все турецкие джинсы, это турецкие. Даже черные клёши есть. Клёш от колена. 1500.
пожалуйста, 1500 вот этих джинсов филиппиняне. Они зеленые. Я приводила. Одни, по одному размеру, девочки, эти размеры все. За ужин скинь 1500. Маленький размерчик. 42 размер. 24, да. Такие светленькие, вот, пожалуйста. По 1500, девочки. Также, девочки, у нас есть брюки, которые тоже по скидке, распродажа. Вот тут 48 размер, одни последние остались. Брюки классные, и для работы пригодится. И так можно ее, смотрите, какие классные сфотши. 42-й маркировка. Данная модель стоит в данный момент 2000 вот эти брючки. Выйдет 4500. Это немного другая модель. Здесь с лампасами идут. 42 размер, это плюс 6, 48 размер. Видите? Мои любимые ткани, вот этот, он в черном, это темно-синий, 42 маркировка, 48 размер, 2900. Это вот ниже только в сером, видите, она сама тоже 48 размер. Девочки, они стоили 4900 эти плюсы. Также в продаже есть лосины. Смотрите, какие классные утягивающие. Размер здесь 36 маркировка. Это 42 размер. Хорошая посадочка. По фигурке утягивают они. 2000 эти лосины стоят в данный момент. Это 46 размер, девочки. 2000. Лосины кожаные. Высокая посадка с двух сторон. Это, Тамара, у нас по 1500 брючки пошли. Смотрите, размеры. Здесь идут от 36 маркировки, это 40-42. У русских 40-42. На очень худенькую девочку вот этот, а есть чуть побольше. 42-44 размер. 1500 девочки, эти по скидке. Значит, вот эти брючки. Осталось последний размер, 48-й. Ткань поближе. Смотрите, девчонки, это кто брюки турецкие носит, смотрите, на прохладную погоду или на осень имеете в виду. Смотрите, классическая, с любой блузкой, с любой классической футболкой. 1500 эти брюки. Интересно. Да, интересно. С запахом. 1500 эти брючки. Джашная ткань, такой вот брючек. 1500 девочки. Размер тоже 46-48, 1500. Это 52-й классика, Лилла фирма, 1500. Здесь размер 52-54, девочки, 1500. Размер это 42-й русский размер, это 36-я маркировка, 1500, классический брючки. Лосины спереди кожа, сзади трикотажные, утягивающие. Размер 52-54. 2000. Черная классика, сделана лампасами. Размер здесь идет у нас эска. 42-44. Чуть поманее. 1500. Клеточку брючки хорошие. Девочки, эти брючки не закатываются. Я вам это 100% говорю. Смотрите, какая расцветка классная. 1500, девчонки, шикарная. 48-50 эти брючки. Коричневый цвет. Ткань такой вот, которая плащевочка такая, брючная ткань. Размер здесь идет. 34 размер, 52 размер. 1500. Брючки классические, клеточку, 1500, девочки, размер 38 маркировка, это 44 размер. Эти брюки были все по цене 4500, 4900, данная модель сейчас стоит 1500. Вот эти брючки, размер 54, 48 маркировка. Крапинку такие, да, в красную. Да, красиво. Любую блузочку там. Красный хорошо будет. 1500. Вот, пожалуйста, брючки. Классические. Смотрятся они очень хорошо. 1500.
это более летний даже вариант. Смотрите, тоненькая, 48-я маркировка, 54-й размер, девочки, 1500. Это маленький размер, 1500. Это у нас 50-й размер, 1500. Луиза, да, 50-й размер, 1500. Под темно-синий спереди кожа, сзади трикотаж, 1500. Эти брючки классные. Размер здесь 48, 1500. Такие классические, шикарные брюки с подворотами, очень красиво. 48 размер, он классный. Вон такой классика. 1500, девочки. Тоже классический. Классика, тоже хорошая. Видите, даже на витринах ничего не липнет, они ничего с ними не будут, девочки. 1500. Это 52-4 размер, девочки. 1500. Спереди, смотрите, как интересно. Сзади у них однотонная, высокая посадочка, на кармане тоже так сделано. 1500. Размера просто нету, поэтому, девочки, это маленький размер, лосины. 42 размер, 1600. Это один остался, большие размеры лосины. 54 размер, девочки, тянется до 56. Плотная трикотажа они, 1500. Вот эти брючки здесь тоже по 1500 тоненькие, они из красной, черной по одному размеру осталось. И вот, пожалуйста, это вот лето тонкое. Это 46 размер и 42 размер по 1500. Также у нас есть большие размеры кофточки, 3-4 рукав, и хорошие тоже размеры, которые скидка 30%. Любая моделька здесь будет стоить 3000, девочки, любая моделька, они были 5, 4, разные модели, вот этого все, этого года, любая моделька 3000, все помните эти модели, какие они, любая моделька 3000, девочки, на замке вот 3,5, большие размеры, они до 56 размера, 3500, вот сейчас на прохладную вечернюю погоду вот можно, пожалуйста. Угу. Кофточек очень много. Это все этого сезона, девочки. Все кофты этого сезона. Красивые, тоненькие они. Любая моделька 3000. Смотрите, ценники какие были. Когда курс доллара был высокий, мы привозили эти модели. Любая моделька 3000, пожалуйста. А размеры уточняйте. По одному, по два размера. Здесь фирмы хорошие. Валента здесь есть. Ламакса есть здесь, очень много фирм Валента, вот эти классные, мне нравятся, очень красиво. Любой моделька 3000, вот это вообще 60-го можно, 56-58 размера. Любой моделька 3000, девочки, эти кофточки стоят. Пожалуйста, звоните, пишите, скриньте, смотрите, какая классная модель, руки уже стали. Вот, пожалуйста, футболочки такие, кофточки. По 3000 любой модельки. Вот эта девушка, смотрите, какая она классная, ломает. 3000. Маленькие размеры. Вот, пожалуйста. И беленькая вот круговая сетка. Скинься, смотри, товар, какая красивая. Угу. Очень симпатичные модельки. Ну что, наши дорогие покупатели, мы вам все показали. Может, что-то забыли, вы нам напишите. Спрашивайте, у нас большой ассортимент, мы иногда еще не успеваем, уже сняли мы с Тамарой 3 съемки, первая, вторая, третья часть женской нашей коллекции, и еще один у нас мужской. Смотрите все ролики, первая, вторая, третья, выберите для себя. Больше 10 тысяч, у нас отправка бесплатно. Подпишите наш телеграм-канал, мы будем туда выкладывать модели, которые останутся на скидках, модели, которые новые к нам придут. Вы будете всегда в курсе. У нас телеграм-канал RAF нижнее подчеркивание Омск. И также инстаграм RAF нижнее подчеркивание Омск. Наберете и вы нас найдете. Мы будем стараться также выкладывать много фото, видео, все, что мы получим, все, что у нас по акции, будем активны с вами. У нас два телефона, рабочего и Людмилина.
Спасибо вам еще раз всем за просмотр, за заказ, за доверие. Я вас всех очень люблю. Вы у меня всегда активны в Москве. Я надеюсь, вы у меня будете также в Омске заказы делать. Я буду вам всегда благодарна и буду стараться для вас вести товар самых лучших качеств фирмы Турции, которых вы любите. И размеры маленькие, большие. Любое время сутки пишите, звоните. И также, если до девчонок не дозвоните, ладно, мне напишите в Москву, я вас буду соединять с Омском. Мы вас любим, ценим, уважаем. С уважением, Антига. Город Омск. Тире Москва. Континент, да. Ну, а мы не говорим до свидания, а говорим всем до новых встреч. Всем пока-пока и берегите себя.